Я, кстати, отлично понимаю, отчего люди готовы идти за Томом. Конечно, рассказы о восстановлении цивилизации – чушь, но я не могу даже сказать, что ненавижу его. Клим с его зверствами – другое дело, но решает все не Клим, а Том. И будь он хоть спасителем и Буддой в одном лице, я не могу с ним согласиться. Семенов? До сих пор на воротах? Да ладно! Так точно! Ну, отворяй, раз такое дело! Есть отворять, товарищ капитан первого ранга! Очень рад вашему возвращению! Да, я тоже. Сэм, пока еще есть время, прошу меня выслушать. Ты хороший парень. Честный, правильный. Ребят моих нашел, за это тебе отдельное спасибо. Поэтому скажу как есть. Я не могу отдать лодку Топ. Просто не могу. Я уже говорил, какой это риск, так что повторяться не буду, ты все понимаешь. По-хорошему, давно надо было вывести ее подальше в море и затопить, но рука не поднималась. Это ведь все равно, что душу свою убить. Корабль ни в чем не виноват, ведь он верой и правдой служил нам все эти годы. А теперь выбора нет. В одной сборке заряд небольшой. Минер приготовил на случай, если наш план раскроется. Вот детонатор. Меня, конечно, обыщут, а тебя не станут, ты же у Тома доверенное лицо, парламентер. Поэтому, когда я дам сигнал, нажимай. Не волнуйся, ядерного взрыва не будет. Но и воспользоваться моим кораблем после этого никакая сволочь уже не сможет. Я понимаю, что так ты лишишься верного билета домой. Но я уже неплохо тебя узнал, Сэм. И кажется, платить за проезд назначенную Томом цену ты не готов. Но если я ошибся, выбрось эту штуку за борт и все. Только прошу, сначала подумай. Хорошо? Больше мне положиться не на кого, Сэм. Спасибо за доверие, Эд. Я не подведу. Надеюсь, ты примешь правильное решение. Товарищ капитан, разрешите мне. Не спеши. Сначала пушку и карманы покажи. Что за херня тут творится? Руки! Смотрю, новенькие у вас.
Так точно. Прошу прощения, товарищ капитан. Очень рад вас видеть. И я тебя, сынок. Мне очень жаль, но оружие нужно сдать. И мне придется вас обыскать. Ничего, я понимаю. Как дела у тебя? Не женился? Спасибо, пока нет, товарищ капитан. Времени нет, еду твой. А ты молодец, Витя. Всегда знал, что далеко пойдешь. Этого тоже обыскать надо. Это лишнее, сам наш человек. Рад видеть, Сэм. Well, hello, Кэм. Сколько мы не видели. Ну, здравствуй, Том. Недостаточно долго. Недостаточно. Ты думаешь? А может, ты и прав. Погулял бы еще годик, подышал свежим воздухом и согласился бы командовать лодкой под моим вымпелом. Свежий воздух? Нет, мне все время душно было. Может, сердце шалит? В твоем возрасте бывает. Да нет. Ты просто рядом, вот и не хватает воздуха. Ну, мне в море тоже легче станет от тебя подальше. Что там происходит? На борту, внимание! Вы окружены! Выходите без оружия и с поднятыми руками! Клим, что это значит? Я тебя опередил, вот что это значит! Думал, я не допру, что ты меня слить решил! Я, по-твоему, слепой или тупой? По-моему, ты взбесился, как пес. Тебя усыпить надо, чтоб не мучился. Том, я тебя реально уважал. Но ты себя послушай. Сияющий город на холме. Не будем стрелять. Херня же позорная. Решил весь мир ядерной пушкой на фон взять. И сам в белом остаться не выйдет. Да если не стрелять, всем на твою пушку и понты будет плюнуть и растереть. Понял? Ну я порожня гнать не стану. Первым делом врежу, чтобы все знали. Бэкстебен Коксака! А я ведь предупреждал. Вынужден признать, что ты был прав. Предлагаю забыть о наших разногласиях, пока не решим эту проблему. Как ты? Согласен. Тогда бери управление. Сможешь вывести нас в море? Надо ворота открыть. А в диспетчерской уже наверняка люди Клима. Так что никак. Сколько у нас людей? Едва достаточно, чтобы удержать лодку. Да и то, пока патроны не кончатся. А их там десятки. Том, есть план. Вы их отвлекайте, а я по-тихому выберусь и открою ворота. В одиночку? У них столько людей, что единственный шанс не попадаться на глаза. Ты прав. Но чтобы ты точно выбрался, нам нужен отвлекающий маневр. Сделаем? Есть, босс. Тогда давайте приступать. Сам мы их, конечно, отвлечем, но будь там осторожен. Сэм, подожди сигнала. Понял. Удачи, солдат. Спасибо. Мятежники, приказываю вам немедленно сложить оружие и сдаваться.
Ваш переворот провалился. Подводная лодка в наших руках. И порядок будет восстановлен. Мятежники? Мятежники? Ты, значит, тебя уже в законные правители записал? Всем внимание! Любого, кто попытается помешать выполнению ваших приказов, кто хоть шевельнется, хоть посмотрит косо, расстреливать на месте! Без пощады! Если враг не сдается, его уничтожают! Мятежники! Охрана начинает восстановление порядка! Если вы прекратите сопротивление и немедленно сдадитесь, вам не причинят вреда. Любое сопротивление будет подавляться силой. Ильяк, отдохни. Все? Ну типа да, все, а у тебя...
Клим! Эй, Клим! Все кончено! Внезапно нас захватить не получилось. И теперь мы можем отбиваться сколько угодно. Так что сдавайся, пока мы не перебили всех твоих сообщников. Как интересно. Вы сидите в этой жестянке, как загнанные крысы, а я должен сдаваться? Да у тебя крыша поехала! Сейчас проверим, приведет ли тебя дымок в чувство. Хватит в лоб ломиться! Занять укрытие и приготовиться их выкуривать! Thank you.
Так, полежи.